Я попрошу с большим вниманием отнестись к тому, что сейчас прочтет Аркадий Владимирович, потому что я к этому отнесся с большим трепетом. Потому что, ну, это вот как он написал, ну, по-другому в этот вечер ему не писалось. Спасибо. Добрый вечер. Действительно, я начинал тоже на этой сцене. До этого никогда ни в каких чтениях не принимал участия. Действительно, стихи были написаны за вечер, поэтому строго их все равно судить нельзя. Я видел по поводу них дискуссии в интернете, кто-то к ним стал относиться серьезно. Серьезно все равно не нужно, потому что это не плод какой-то серьезной работы. И именно так к нему нужно относиться. Я узнал, что журнал уже 2 года, оказывается, да? Точно. 2 года, да? Ровно 2 года. Ну, для меня большое удовольствие быть с вами часть этого времени. Вы с нами, надо сказать, большую, я бы сказал, уже часть времени, да. Ну ладно. На усталый асфальт падал легкий снежок, мягким пухом Москву укрывая, и по лужицам хлюпал бездумный щенок, сторонясь тротуарного края. Разноцветие машин шла волна за волной под гипнозом игры светофора. На углу безучастно курил постовой, не внимая безмолвным укором. Я хотел поскорее добраться домой. Сыновья заждались, засыпая, выпить чая и нежно обняться с женой. Все, что нужно для тихого рая. На самом деле вот эти вот 4 отрывка составляют единое целое, такие, может быть, 4 времени года даже, или 4 времени жизни. И отрывок номер 2. Почему я замерз посреди октября и уже не спасают перчатки? Почему не могу обыграть вратаря и не хочется делать зарядку? Взрослость, юность, недальновидная мечта, позвонить бы отцу на минутку. Пробежала еще одна жизнь верста. Мама стала седой не на шутку. Снилось, будто сирень на бульваре цвела. Просыпаться глаза не желали. Это просто усталость слегка подвела. Ночи слишком короткие стали. Я жил рядом с сиреневым бульваром. Отсюда сирень. Такие небольшие личные ощущения от того, что тогда было. Вспоминаю пионерские костры, песни под гитару и палатки. Как мы были в юности быстры, легкий на подъем, на женщин падки. Линейку гордо знамя выносил под ритмичный отстук барабана. Ничего у взрослых не просил, не приемлил скуки и обмана. В той советской, в той родной стране мне жилось широко и привольно. Если б знать, что сгинуло в огне столько жизнью, как и я, довольных. На самом деле фраза про женщин оказалась единственной, относящейся к теме того номера. Номер был про секс. Я не мог ее не вставить, иначе бы не попал просто. Ну это же тоже от души же, да, вот вставили? Да, конечно. Окружить себя любимыми и в путь, окружить себя друзьями и в застолье окунуться, сердцем отдохнуть, жизни ощутить многоуголье. Эту пятницу у нас не отобрать, как не отобрать потом субботу. Главное с вином не прогадать и забыть, что в мире есть заботы. Бесконечно долго в пол смотреть, словно что-то в трещинке заметив, а потом взглянуть в тебя и замереть. Как же быстро подрастают дети. Все.